Приветствую вас, друзья! Добро пожаловать в Destiny 2. Это рубрика на этой неделе, еженедельная новостная лента от разработчиков. Начну с того, что 7 мая у нас заканчивается наконец-таки событие, которое, мягко говоря, воспринято достаточно двояко. Да? Кто-то прошел там, допустим, шепот червя благодаря гранатам, а кто-то, например, в PvP не может играть, потому что там сумасшедший дом творится. Помимо этого, обратите внимание, что арбалет после 7 числа у нас будет выпадать, как обычный экзотический дроп. Также 7 числа, 7 мая имеется в виду, у нас выходит патч 2.2.2. Что можно сказать по поводу этого патча? Если будет подробный перевод на русском языке, я обязательно выложу в свою группу ВКонтакте, так что обязательно подпишитесь. Тут же можно что отметить, что наконец-таки у нас будет выпадать раскраска из железного знамени. Напомню, в этом сезоне она не выпадает. Как она будет получаться, вам надо просто будет разобрать шмотку, и оттуда выпадет как раз-таки раскраска. Также они пишут по поводу сферок. Помните, триумф, который требовал именно выбивания сферок, всего надо будет 20 сферок. Сделайте все. Что касается Зура, наконец-таки, как они тоже пишут, должна решиться проблема, при которой мы не могли выполнить данное поручение. Ну и напоследок стоит отметить, что есть игроки, которые испытывают проблемы в плане получения арбалета, те, кто не имеет годового абонемента. Как они пишут, что эта экзотика доступна для всех, и они решают данную проблему. Как вы видите, межсезонье в самом разгаре, отсюда и новостей не так много. Нам еще целый месяц ждать до нового сезона, который стартует у нас в начале июня, если я не ошибаюсь, в районе 4 числа. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Ставим палец вверх, подписываемся на группу, на канал, ставим колокольчик. Всех благ, друзья!